Всем привет! Вы смотрите еженедельный субботний выпуск канала Индува. С вами Анна, и сегодня я хочу вам рассказать о том, какая погода весной в Дубае. Сейчас начало апреля, время любви и счастья. В Европе и в России сейчас, надеюсь, тают снега и появляется весеннее солнышко, и на лицах людей появляются счастливые улыбки. Что же происходит здесь, в Дубае? Как вы можете видеть, сейчас солнечно, но есть немного облака. Я думаю, что дождя не будет, это огромная-огромная редкость здесь, в Дубае. Немножко душновато, но температура довольно-таки комфортная. Итак, какая же погода сейчас в Дубае? Я посмотрела в интернете, ночью была температура плюс 24 градуса, а сейчас это плюс 32 градуса. Скажу, что это действительно очень комфортно и приятная погода, немножко душновато, но тем не менее светит солнце и хочется радоваться жизни. Что же носят люди? Мы можем, наверное, увидеть здесь, что носят люди. Это обычные футболки, шорты, платьишки. Если это мусульмане, то они тоже носят прикрытую одежду, но из легких, приятных тканей. Какая же погода у вас в стране? Напишите в комментариях, какая у вас температура и что носят люди. Температура очень комфортная, и сейчас, живя здесь, в Дубае, мы дома не включаем кондиционер, просто держим открытыми окна. Вообще, я хочу сказать, что весна – это очень хорошее время для того, чтобы поехать в отпуск в Дубай. Я думаю, что вас особенно волнует то, какая сейчас температура воды в море. Поэтому я предлагаю отправиться на пляж и проверить это. Так, мы пришли на пляж. Вы можете увидеть море. Там вдалеке. Проверим температуру воды согласно интернету, это плюс 25 градусов. Но по ощущениям это не плюс 25, довольно-таки прохладно. Можно даже сказать, что это не прохладно, а освежающе. Хотите освежиться? Вау!